Я слышал, на сердце станет гораздо легче, если написать письмо и хранить его в конверте, не отправляя никому, сохраняя в тайне, затем пустить его в бутылке, плыть по океану. Как сложно было там находиться одному. Печаль колола сердце, искала тишину, жажда любви, укрощенная, как прежде. Самоконтроль исчерпан, потеряна надежда. Когда-то ты шептала мне за любовный спас, до неба и обратно, и так еще сотни раз. Я помню, был хорошим, теперь уже не тот. Не будем больше до утра стоять у твоих ворот. Специально для X-ремикса. Всем привет, меня зовут Влад Бойцаев, мне 26 лет, я из города Владикавказ. Занимаюсь я рэпом, псевдоним у меня Бойцай. Занимаюсь уже порядка около 10 лет. Пишу сам, в основном слова пишу, музыку беру или из интернета, либо покупаю, либо друзья помогают, пишут. Сегодня хотел прийти и зачитать рэп с дуэтом, с пацаном, но у него не получилось. Он по семейным обстоятельствам куда-то делся. А другая девушка, с которой у меня есть совместный трек, который сейчас играет на радио, она участвует уже в этом проекте. Ее зовут Сабина Икаева. Так что поддерживаем и ее, и меня. Сегодня я исполню премьеру. Это моя песня авторская. А остальные мои песни вы можете услышать на радио ИР 105 и 3 FM. Я участвую в проекте X-Remix на канале Медиа 15. Моменты негатива, мое письмо тебе, затем твое послание. Зачем тогда писал, до сих пор не понимаю. Все даты, числа остались в подсознании. Любовь и ода в моем видео признании. Я слышал, на сердце станет гораздо легче, если написать письмо и хранить его в конверте, не отправляя никому, сохраняя в тайне, затем пустить его в бутылке, плыть по океану. Как сложно было там находиться одному. Печаль колола сердце, искала тишину, жажда любви, укрощенная, как прежде. Самоконтроль исчерпан, потеряна надежда. Когда-то ты шептала мне за любовный спас, до неба и обратно, и так еще сотни раз. Я помню, был хорошим, теперь уже не тот. Не будем больше до утра стоять у твоих ворот.